знаете, ну и знаете, насколько я не люблю этот город. Вы, друзья мои, наверное, не знаете, насколько сейчас я не люблю эту федерацию. Тихо, прошу минуту спокойствия. Я никогда не говорил, что я отношусь к вам с неуважением. Мне не нужен майк, чтобы громко с вами общаться. Я презираю МСДА в его нынешнем виде. Я презираю Петербург в его нынешнем виде. Но я никогда не говорил, что я презираю фанатов рестлинга по всей этой стране. Я никогда этого не говорил. Но вы, наверное, забыли, что рестлинг в России сделали мы. Что мы сделали его смотрибельным, и мы привезли этот рестлинг вот в этот сраный город! В то время, как выходцы из грязных болот, как выходцы из грязных канализаций вашего города украли мою страну! Вот уже как 20 лет! И вы пытаетесь то же самое сделать с главным детищем всей моей жизни, с рестлингом! Ни хрена у вас не выйдет! Это формула, если будет! Основы рестлинга в этой стране! Всегда! И каждый, кто посмеет напасть на нас, падет под гнетом доминирующей федерации этой страны! Что ж сели парень-то тогда? С вас сосать! Знаете что? За кого? За кого сейчас иди сюда? Сюда весь ростер независимой федерации рестлинга и не оставить от вас камня на камне. Но я приехал сюда как мужчина. Да, представь себе, знаешь зачем? Я скажу тебе. 20 апреля в Москве, в самом центре, не на сраной окраине, в нормальном человеческом зале. Я тебе скажу. Пройдет шоу «Высокие ставки», если ты не знал. Серьезно? И ты ведь помнишь, что это ты тварь на меня напал, да? Именно ты на меня попал! На человека, который рестлинг в этой стране развивает, который сделал для нее больше, чем кто-либо из вас сродит людей в этом ставле! Что ты несешь? Иди домой! Ломбард!
голосов. Давай! Иди сюда! Это наш хрен! 20 числа! Тихо! Что? 20 числа! За три дня! Я даю тебе шанс оттуда свалить, или мы вас всех тут завалим. Ой.